после 9 лет не ставит. Это сказал ваш диспетчер. А я вам говорю, что по возрасту, по ребенку смотрит. Пристегните, пожалуйста. Он не пристегнется, вы понимаете? Да не понимаю, но как вы понимаете, что меня могут оштрафовать за это? Вы понимаете это? Почему вас? Потому что меня. Пожалуйста, пристегните. Он не пристегнется, вы понимаете? Но я сейчас откажусь с вами ехать. Отказывайтесь. Я не хочу. Я с вами разговариваю культурно, да, и тоже нормально, да? Голос на меня повышать. Я не повышаю вам. Не голос. Надо при ребенке. Я не повышаю вам голос. Я еще раз говорю. Вас постигнуть. Вы не первый. Каждый автомобиль оборудован ремнями безопасности, обязан каждый пассажир постигнуть. Вы отказываетесь. Друзья, автомобиль оборудован ремнями безопасности. Каждый пассажир обязан быть пристегнут, тем более ребенок. Сотрудники ДПС обратят это первое внимание. Потом будете на них злые. Сотрудники ДПС обязаны будут выписать протокол и оштрафовать. Если случится ДТП, я буду не виноват в ДТП, а ребенок пострадает. Это до уголовной ответственности будет. Поэтому учтите все это. Просто вы устраиваете. Я ничего не устраиваю. Я говорю, да он откуда вы такие правила? Почему не пристегнется? Давайте потому я пристегну. Потому что давайте пристегните, попробуйте. А я сейчас звоню в службу качества. Ну, конечно, позвоните, ради бога. Вы в свою службу, я в свою. Ну, как, ну, что мы сейчас говно-то месим? У вас здесь высадить надо? Да где хотите меня высадить? Только высадите уже, а? Ну, почему вот на 100 человек попадается 2, вот, ну, просил, со мной ребенок пожалуйста, спросите. Едет. Да не пристегнется. Да я-то в чем виноват? Я за вас должен сойти с тюрьмой, если, дай бог, ДТП, я буду виноват. Я же говорю, что вот со всеми ездить. Ну вы ездите со всеми. 41. И все нормально. Вот два попадаются. Два принципиальных, которые кричат, которые возмущаются. Руслан, скажите, пожалуйста, вот сейчас взял пассажира, она с ребенком. Ладно, это не указано. Я прошу, пристегните, пожалуйста. Диспетчера сказали, не надо пристегиваться. Я говорю, я не повезу вас. Диспетчера сказали, не, что не повезу вас, не пристегнулись с ребенком. Я не буду пристегивать и все. Вот почему я должен вести? Я вам объяснила, что подождите, ребенок инвалид. Что так мне какая разница, я отвечаю за вас. Я отвечаю. Вы что на меня сейчас кричите? Я отвечаю за вас. Вы обязаны. Вы тоже обязаны быть пристегнуты. При ребенке. Ребенок инвалид. Вы понимаете, сейчас вы понимаете? Он меня истерику закатит. Вы понимаете? Кто виноват? Вы уже виноваты. Вы должны там пристегнуться. Вы тоже пристегнутся. Руслан, я не прав? Ну, давайте будем разбираться только в другом уже давайте, месте. А выходите. Выйду, конечно. Конечно. Я, конечно, Руслан, выйду. Руслан, а как завершить эту поездку? Я не хочу с ними. Так мы не хотим. Они отказываются, она орёт на меня, вот сидит неправда. Орёт. Неправда, вы что, вы слышите, вы что обманываете? Это он на меня орёт. Я все записала на видео. Хорошо. Вот и хорошо. Вот и посмотрим. Все, от начала до конца было на телефоне. Замечательно, замечательно. Вот и замечательно. Шакалы, блядь. Я вам устрою.